отпускали и ложили спать. Да. Вот, я сейчас ходил к котикам, он хотелось кушать, пришлось идти кормить. У них разные рационы просто. Отдельно надо похавать, да, отдельно. Я просто кот ест одну еду, а кошка другую еду. Ну, ты же всех котиков покормил. Ну, конечно. Кошку забрал к себе спать, а кот ушел туда. Не знаю, куда там дальше. Вот лежит чудо рядом, возле аквариума опять. На своем любимом месте. У тебя красивая кошка. Ну, ты что, красивая такая? Азиатский кот. Не хотел Артема. Я достаточно стар, чтобы помнить аварию 86-м. Но сегодня вам предстоит столкнуться не только с радиацией, но и со старыми знакомыми из Блэквуд. Говорят, не вам шутят. Ебать, красотка. На линии какие-то помехи. Будьте готовы к тому, что у нас могут возникнуть проблемы со связью. Она еще маленькая. Она красивая, с пятнышками следует. И пипка роста. Блять, я не понимаю, на ледоколе у него такого вообще не бывает. Здесь же на плитке там все. Там просто воздух закаленный зимой, поэтому он скорее походу. Мы вот так быстро бежим, если они котки не попьют. Вам придется во всем этом разобраться. Кидаем гранату! Только посмотрите на эти грибы, если их так можно назвать. В жизни не видел ничего подобного. В чем пожалуйста тебе прикрытие дрона? Хорошие новости от дрона. Блин, дроном. Да, но дрона. Есть и плохая новость. Почти наверняка это означает, что Аберон приготовил для нас что-то гораздо, гораздо хуже. Патроны, здоровье и броня восстановлены. Игроки воскрешены. Внимание, дроны! Сбейте их, пока они не навелись на цель! Сходить с ума, дальше не суйтесь, иначе никакие медики не помогут. Этих чертовых зомби охраняет специальное подразделение Блэк, так что легкой прогулки точно не ждите. Противник собирает силы у бассейна, возможно, это ключевое звено в цепи.
Это устройство представляет большую ценность. Захватите его, чтобы наши технари на него взглянули. Контрольная точка. Боезапас пополнен, игроки воскрешены. Сюда. Не пойдет он за гранник. Вчера ты зажимаешься с ловушки? Конечно. Да, лучше прокликивай. Мне так нравится. У него прицел раскрывается, наверное. И там ну, знаю, да, нормально. Да. По крайней мере, обычный пальцы. Я наигрался. Хорош. А ты хорош. Это зеленая жижа, которую вы здесь видите, появилась в Чернобыле неспроста. Пока мы знаем очень мало, но судя по всему, она радиоактивна и напрямую связана с деятельностью Blackwood. А мы сейчас сперва как-то штурмов снять. Я ж не с жижкой. Патроны, здоровье и броня восстановлены. Игроки воскрешены. Ива, что это скинул, блядь? Кстати, подвидел, типа скису сбросил там так. Ой! Иди нахер. Плохо, да. Мягкая сосиска. Да, такая растянулась. И спит. Дремит. Патроны, здоровье и броня восстановлены. Игроки воскрешены. Красота, даль. Сидим, блядь, крысы. Я на перебивку пулю. Не дожди, давай, ты меня. Идёмте за днём. Птичка возвращается на базу, но скоро вернётся. Займите позиции. Стрелы, врыв. Боезапас пополнен. Смотри, учись.
Готовьтесь к атаке с воздуха. Вы знаете, что делать. РПГ в ящиках рядом с вами. Уничтожьте врага. Блэквуд бросают в бой свою летающую крепость Богомол. Кроме названия мы о ней почти ничего не знаем, но будьте уверены, она напичкана новейшим вооружением. Бункер. Блэквуд явно не хотят, чтобы мы увидели, что внутри. Поэтому будут сражаться, как одержимые. Дойдем.
пройду, если сами. Всех два? Два и мало патронов. Давай? Да? Слава, свали. Сорвали. Я подсрал. Дал. Дали. Я подделываю. Граник. Все есть, перезарядил. Не хари. Открыл еще раз левую. Давай, открывай правую. Подключайтесь к терминалам. Отлично, мы начали получать данные. Я свяжусь с вами, когда они будут расшифрованы. Женя, тебе нравится калаш? Почему? Я в 90-х. Она просто сам 90 не играла. Съебать. Выкидыш калаша. Посмотрим. Это шаг вперед по сравнению с тупоголовыми зомби. Кстати, 90 это говно. Она не играла с ним. Я в 90 говно. Просто из-за ебучей тряски рандомной. А потом быстро атакуйте в ближнем бою. Невероятно, вам удалось уничтожить. Я направо. Патроны, здоровье и броня восстановлены. Да, не. Игроки давай отсюда примем. Он сюда выйдет. Давай. Успел. Контрольная точка. Боезапас пополнен. Кто у нас игроки там такой воскрешены? Женя. Бежала. Стрелять научись. Так, подождите-ка. Я там кур. Прикольно. Было бы на знаках. Идите к нам-то, не надо. Нахуй. Пошли направо. Вас у башни и явно не с красной дорожкой. Мы расшифровали файлы из лаборатории. Блэквуд называют зеленую жижу Сетриум. Также мы знаем название киборгов Сэды. Этот материал явно важная часть всей операции противника. Контрольная точка. Мы за вас пополним. Игроки воскрешены. Я смотрите.
И вверх. Понял. Женя, зеленые не справа. Ладно, бабочку купил, конечно. И тогда лучше вам не подходить близко. Даже испарение от него смертельное. Жалко. Я покручу сначала брен, там посмотрим, если останется. Сдача. Если у меня брен останется, сдача, я куплю Макмиллан и Юнгер. Браво. Откисал его. Я бы дохрена землю. Интересно. Наверху. Справа. Вопросительно. Для воздыхателя. Вебнование. Справа. Грани. Граник наверху, блядь, я слева. Граник справа. Грязно. Оставьте бы там. Я успел. Отхильтесь. Патронов можно? Все. Так, я вверх посмотрю. Сервис карта впереди по гранику будет. Погрузчик гранит. Я не вижу. Погрузчик гранит. Тебя бы мастил, вот вышел. Слева сидит вдалеке. Тихо, спокойно у вас все. Ну я не улазил, как могу собрать этот самый. У меня там гранатами слева стоит, слева погрузчика. А второй вот гранник есть там кровь где-нибудь? Угу. А, ну я все, там могу спинуть. Поэтому сильно не высовываюсь, прямо на восклицательном знаке второй гранник. О, сел, блядь, третий. Второй. Может, у тебя там ЛСУ стоит? Он там стоит в прицеле, он припись видит точно. Понял. Навострил свою шишку, а. Слева только что гранатометчик убил. Два черных осталось слева. Мне уже лучше. Слева, серого, у тебя. А.
Студент тут, бей плюс охранника бывает, тоже бей охранника. На флешку дай чё. Что это? Охранника, смотри, как он со спине. Смотри, смотри. Нету, нету, всё, защищайся. Третий этаж. Левый упор. Ну, если честно, вторая волна как-то противнее была, чем третья. Вообще первая самая противная. Да схуй не играешь. Когда? Дерец не делится. Нихуя не делится. Голову причем. Попробуй попадать. Кто-то вчера говорил, что нормальный пулемет, что ты начинаешь. Нормальный пулемет, если будет попадать. На службу, да, нормально, я делаю. Я нормально, если попадает. Не знаю, я столько 7 гидов отыграл нормально. Потом психанул, купил фарм все. Потому что не было возможности. Дивище, дивище. Патроны, здоровье и броня восстановлены. Игроки воскрешены. Че ты купил Хармс и понял, что РПД дерьмище, дерьмище? Ну да. Правильно. Купил Хармс и набил, блядь, я накидываю кепс, не шагов. Даю, давай. 3-4. Майс. Берёшь правую? Походь. Давай. Полетела. Найс. За БТРом ещё есть. Петушара отношили? Угу. Раз откроешь тогда, или я? Если размер этой штуки соответствует силе землетрясений, которые она вызовет, у нас большие проблемы. Достигнута контрольная точка. Ты ждешь меня подозрительно. Вот черт. Посмотрите вниз, за стекло. Помните титаническое оружие из вулкана? Да, именно. Блэквуд использует его снова. Если скважина станет достаточно глубокой, нас ждут невообразимые разрушения. Ну, нужно остановить их прямо сейчас. Это приоритет. Патроны, здоровье и броня восстановлены. Игроки воскрешены. Подкрепление у врага. Используйте терминал, чтобы отстрелил включить рейс. Я буду на... Нет, против я не буду, я буду стрелять. РПД набивать. Что мне придется тройки стрелять? Почему же не может тройка быть? Может. Ты в пизду, нахуй, блядь, заебал эти тройки. Слушай, ты, а чё, что в тройках будет? Опять меня, нахуй, блядь, в тройке засунули. Ну ладно, конечно. Я вообще там перманентно сижу и ничего говорю. Это с той стройки. У наших умников из тихотела появилась идея, которая может сработать. Если изменить амплитуду сейсмического бура, он разнесет все это здание. Нужно только добраться до панели управления. Блять, сюда сложновато запрыгивать почему-то мне. Смотри, учись. Старенький ужас. Лифт заблокирован, так что вниз не спуститься. Можно выбраться по воздуху, но нашим вертушкам мешает богомол. Удерживайте позицию. Уничтожьте всех солдат Блэквуд. И самое главное, сорвите богомола. Другого шанса не будет.
То есть, когда с грани к нам возвращаешься, можно за этим ящиком пробегать. Кто-то смитю поставил. Отстань. Сука. Я художник, я так. Раз, два. Пятером. Раз, два. Контрольная точка. Раз, два. А винка так и не сработала. Так она не должна была сработать. А, она так, до высоты. Это тот момент, когда...
Это был я, котик. Что-то затупение. Да. Покурим на дорожку. Как раз затупение ежедневка подоспеет. Два штурма, например. Что-то три дня подряд какая-то и какие-то язычные ежедневки. Не знаю, вчера мерзкая была. Какая? Вчера было. 25 на месяц. А, у меня не помню, что было вчера. А, у меня вчера 2,5 ровно, метода 12. 2 часа. Ремень и 1 час.